25 июня. Наша зима ячмень. Да, что? Натура не впечатляет, по крайней мере, визуально. Вроде почти готов к уборке. Не сказать, что он загущенный. Влаги вроде хватало. Ну, посмотрим. Уберем, взвесим, будем знать. Так, я не знаю, почему он такой выглядит внешне недостаточно крупный. Может, просто тяжелый будет, как горох. Я думаю, что во вторник можно будет смело заходить. Ну вот так. Есть уже упавший ячмень. Лежит он на земле. Я думаю, чем дольше он будет стоять, тем больше будет такого ячменя. Поэтому надо заходить и убирать. Посмотрим. Попробуем отчесывающими жатками. Если будет много оставаться вот этого падавшего, значит, оденем обычные стеблеподъемники на них и будем забирать.